Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на объекте в Кадыйском районе, деревня Матвейково. Здесь мы строили 2 года назад дом из оцилиндрованного бревна. Это у нас рыбацкий охотничий дом для нашего клиента Алексея. Полностью практически выполнили работы по фасадным работам. Это шлифовка стен, покраска 2 слоя маслом, еще тогда лайносом, остекление с ламинированием. Сейчас сам Алексей закрывает железобетонные сваи вот таким каркасом. Многие спрашивают, как его делается. Делается он из деревянного каркаса, как мы видим. Делаются окошки для продуха. В общем, сейчас мы занимаемся электрикой. Заводим кабель-каналы в дом. Это у нас Алексей. Приехали проверить работы по электрике. Здесь настил из ДПКшки у нас. Дом мы проконопатили, вставили двери, соответственно. Здесь также все прошлифовано, покрашено в цвет дерева, сделана обналичка. Полы у нас утепление 200-е. И сейчас пока черновое, это сплошная дюймовка с фанерой 16 мм. Здесь будет кухонный гарнитур. Потолки подшиты имитацией бруса, также покрашены, прошлифованы. Сейчас установили люстры. А здесь будет отопление электрическое с умным переключением удаленно. Это у нас кухня-гостиная, вот такой вот дачный дом получается, с таким прекрасным видом на реку Лунжа. В общем, пишите вопросы, если интересует стоимость или какие размеры. Данный проект у нас есть на сайте. Здесь также 2 комнаты, потолки подшиты имитацией бруса и выход на террасу.